После бурных обсуждений и споров ямальские власти все-таки ввели обязательную школьную форму. Уже с начала учебного года все школьники региона будут обязаны посещать образовательные учреждения в единой форме. Правда, цветовую гамму и фасон будет устанавливать администрация каждой школы в отдельности, опираясь на мнение родительских комитетов и самих учеников. Однако родители ямальских школьников выступили против таких нововведений. Дело в том, что заказанная на массовый пошив школьная одежда будет производиться в исправительных колониях Харпа. И многих такой вариант не устраивает. В итоге стороны сошлись на компромиссе. Колонии будут шить только тем школам, которые согласятся на такой вариант. Еще одной темой недовольства родителей стала стоимость одежды. Так, для девочек она обойдется в 3000 рублей, а для мальчиков – в 2500.